Еще одно дошкольное учреждение прошло общественную приемку. Сегодня в Березово эксперты, общественники и представители власти осмотрели детский сад «Кораблик». Участие в приемке принял заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Вот, в эксплуатацию данного объекта позволит полностью обеспечить маленьких березян местами в детский сад. Подробности далее. Уже через несколько дней помещение, по которым прошлась комиссия, заполнит детские голоса. К приему маленьких березян давно все готово. Сияют чистотой медицинские и пищевой блоки. Разложены пособия в кабинетах психолога и логопеда. Ждут своего часа снаряды в спортзале и бассейне. Мы рады, что к нам пришло много желающих посмотреть на наш детский сад. Мы представили их вниманию групповую ячейку, показали, где детки у нас будут размещаться, находиться. Вот, показали за студию, показали метод кабинет для педагогов, конечно же, бассейн показали, физкультурный зал, сенсорную комнату. В этом саду предусмотрено все для развития наших детей. Здесь есть и комната релаксации, и кабинеты психологов, логопедов. То есть очень важно, что большие помещения, детям будет свободно, и я думаю, что здесь им будет тепло и уютно. Мы желаем нашему кораблику счастливого пути. В просторном двухэтажном здании разместятся 8 групп, каждая из которых сможет принять до 20 дошкольников. В поселковом комитете образования уже начали выдавать путевые листы в новый детский сад. Кораблик, кстати, позволит полностью закрыть очередь на места в дошкольных учреждениях, что в первую очередь радует березовских родителей. В поселке это ожидаемое событие, долго очень ждали. Мы живем рядом с этим детским садом, то есть видели, как это все начинало строиться. И само здание вот это огромное, да, получается, очень быстро возвели, буквально за 2 года. То есть, ну и ребенок постоянно, когда гуляем возле детского садика, он постоянно там просит на детские площадки. Но сейчас у него будет возможность уже воочию посмотреть, ощутить, как это, что это. Обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях – один из приоритетных моментов ежегодного послания президента России. В Югре за последние 6 лет построено свыше 100 детских садов, общей вместимостью 19,5 тысяч детей. За всю историю автономного округа это самая масштабная программа по возведению образовательных объектов. Совсем скоро и сад «Кораблик» пополнит эту флотилию детства. Теперь мы очень ждем с нетерпением, когда же в наш детский сад придут ребятишки. Александр Калачев, телекомпания «Югра», при содействии телекомпании АТВ «Березово».